Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Skyrim Dragonborn. Мы находимся недалеко от Вороньей скалы. И нас ждет долгий путь к Пепельной цитадели. Там у нас Вендрил Улин. Там вообще клан Улинов, и нам нужно с ними разобраться. Потому что об этом нас просил работодатель. В принципе, для нас это вполне себе неплохая причина убить людей. Так что, собственно, дорога довольно длинная, и я думаю, блин, как мне пересечь вот этот водоем? Я не хотел бы мочиться, потому что погода здесь, как видите, не ахти. Потом сушиться придется. Поэтому мы лучше возьмем облик вампира, да перелетим, как в конце предыдущей серии. Так, я думаю, будет лучше. Так, блин, что ты делаешь, Артур? Прекрати. Вампир-лорд. Превращаясь в вампира, таким образом выходим сухими из воды. Надеюсь... Ой, сёр намочился. Отлично. Ну ладно, как бы там ни было. Сейчас нам нужно выдвигаться сюда. Глитерия. Восстановление облика. И, в принципе, вперед в долгую дорогу. Короче говоря, мы вступили в войну... Алло, хорошо. Мы вступили в войну двух кланов. Выступили на одной стороне, потому что нам платили за это деньги. И теперь нам нужно полностью покончить, несмотря на то, что мы нашли доказательства того, что там проводились всякие незаконные действия. Нас попросили полностью избавиться от вражеского клана Данмеров. Потому что они представляют опасность. Орк. Промах. Какого черта вообще? Как-то я в открытом бою с тобой, я думаю, не сдюжу. Так, пока ты отлетел, мы делаем стандартно. Безжалостная сила. Задание. Теперь исчезаем. Прячемся куда-то вот сюда. И ждем. Я не думаю, что он нас найдет. Потерялся. Скорее, это даже Орчиха. Я не знаю, что она там делала, потому что мы тут проходили уже. И никого тут не было. Так, ну что. А, кстати говоря, с враждебных, интересно, можно питаться? Для этого нам нужно... Я сейчас попробую, я ни разу этим не занимался. Так, обольщение вампира. Уровни 10 и ниже не сражаются в течение 30 секунд. С помощью обольщения вампира можно питаться. Но мы его уже, похоже, использовали. Только где и когда, я не помню. Ну ладно. Так, где же ты, орк? Неплохое начало такое. Сразу на нас напал какой-то товарищ. Да, ладно. Должно быть, сбежал. Сбежал, факт. Даже не товарищ, а подруга. Так, вот и ты. Войдет, нет? Блин, как это можно было вообще так промахнуться? Блин, это автонаводка, она просто капец какой-то. Я целился прямо в этот просвет, но из-за автоприцеливания стрела полетела маленько не туда, куда я хотел. Замечательно просто. Да никого тут нету. Блин, что за начало серии? Хотя, в принципе, традиция агрессивная в начале серии это уже вполне привычное явление. Где ты, орк? Я тебя не вижу. Так, ну, пошло. Смотри, какой сильный. Какая сильная. Так, ну, в принципе, я так понимаю, лук тут не особо выруливает, поэтому давайте по стандарту попробуем подраться.
Хорошо. Мирона сможет сработать. Кстати, клинок Голи разрядился. Свидание. Я не понимаю, зачем ты на меня напала. Но раз напала, получай. Так, две моих стрелы и булава неплохая, в принципе. Что это было? Чё она хотела вообще? Неважно. Почему я не могу отпить крови с еще теплого тела трупа? Вредозобник. Хорошее название. Сил Страйдера опять шумит где-то. Так, ненавижу этих тварей. Я помню, по-моему, они были в Моррувинде. Но там они были настолько маленькими и безобидными, что увидеть настолько их опасными здесь довольно удивительно. Но опять же, это было очень давно, я могу ошибаться. Так, хорошо, тут у нас какие-то постройки, давайте посмотрим, что это такое. Я тут не был, так что, скорее всего, зайдем. Прикольные такие, да? Корень травмы. Как вообще, что это такое? Пятиугольные камни. Кругом торчат. Несмотря на то, что... Так, тихо, опять вы. Несмотря на то, что лук у меня самый сильный. Кстати, его зарядить надо. Все равно как-то, я смотрю, не сильно он так выруливает. Так, ну давай с помощью великого камня души, что ли. Почему бы нет? Аж три штуки. Зачем мне это, я не знаю, но я просто хочу избавиться от этих тварей. Готов. Да, я так и знал, что заметит. Так, а тот бежит. Наверняка еще есть один. Все, прилетел. Не, ну пакость, конечно, несусветная. Зато вкусная. Скушали, и у нас восстановилась выносливость. И это скушаем. Вкуснятина. А это, судя по всему, не так близко, как я думал. Потому что, видите, там еще гора какая-то, это на горе стоит. Это толчки подземные только что были. Смотри, дрожит как земля, да? Так, ну хорошо, давай. Тихо, кто? Кто тут застрял? Безумец. Ты кто? I know things, hidden things, things you aren't supposed to know. Не, так близко не подходи. Good idea. They might leak out. Don't want them crawling into your head too, like me. They're in my head right now, saying things. Что у тебя в голове? Secret hidden things. Какие секреты? The secret kind. Хорошо. Откуда тебе известны эти секреты? Black book. It shoved them in there with black slick. Кстати говоря. My fingers are too short.
I can't get them out. Где-то нашел эту черную книгу. Oh no, I didn't find it. It found me. Here, I'll show you. See? Right there. But don't go there. You don't want these things in your head. You don't. You don't. Вообще-то. Так, подожди. Вообще-то черную книгу мы уже нашли. Интересно, это то, что нужно? Так, ты не с какого интересного уровня? Смогу ли я на тебе применить обольщение? А, ну, она у меня выключена, да. Мне бы попытаться. И все? Лучше мы... Ну, безумец так безумец. Каракули безумца. Черные скользкие пальцы, черные скользкие слова, черная скользкая книга, курган белый хребет, чернота, как в глубине моих глаз, но темнее. Уберите все это из моей головы. Так, брать мы это не будем. Убрал я это из своей головы. Хорошо, что это у нас за квест такой? Найти черную книгу. Я же нашел черную книгу. Курган белый хребет, по-моему. То есть я уже выполнил это? Нет, я вот тут в Вороньей скале нашел. Вот Мельхакнира. Блин, тут столько еще ходить, я офигею. В принципе, остров не такой большой, да? Но... Так, ладно. Это, я думаю, мы разберемся попозже, что же это такое. А сейчас... ну, уровень еще поднять надо, да. Сейчас мы почитаем книгу черную, как раз-таки, которую нашли. Кстати говоря, да, древние свитки по-прежнему со мной. Ветра перемен. Давно хотел прочесть. Автор... Так, подожди. А, понятно. Я не могу ее прочитать по-нормальному. Меня сразу утягивает. Это плохо. Я не хотел, честно говоря, этого. Почитать ее по-нормальному не получится, да? А если я ее тут прочитаю прям? Так, предметы. Ветра перемен... Понятно. Вообще не читабельно. Ну хорошо. Значит, сюда мы можем путешествовать в любое время. И я так понял, эта черная книга не одна. Или я что-то не так понял. Хорошо, как бы там ни было, давайте вперед двигать. Потому что, как видите, он уже говорил про черную книгу. У нас черная книга уже есть, но он говорил про другой какой-то курган и. Возможно. Возможно, мы придем в этот курган, увидим, что там книги нет. Какие-нибудь свидетельства того, что книга перемещена куда-то. Нам придется искать, и в итоге мы нашли бы ее в шахте. Не знаю. То есть мы вроде как обогнали квест. Ладно, в будущем посмотрим. Что у нас тут? Тут, скорее всего, опять эти неприятные твари. Да, похоже на место их обитания. Ну, вроде как больше нет ничего, да? Давайте попробуем пробраться. Что-то, честно говоря, входа сюда особо не вижу. Так, окей. Ну да, входа нет. Зато можно добыть руду, нам она не очень нужна. А здесь у нас была битва с этим генералом неживым. Нормально. А там что интересно?
А тут все интересно. Деревья такие вот, они вот именно как после... Тут, похоже, взрыв был просто... Кто это? Колоссальный взрыв. Деревья ломало, вырывало, ломало стволы. Да. Так, кто это может быть? Я слышу чьи-то голоса. Прям подо мной похоже. Что это? Где он? А вон он. Издалека я его слышал. Ты тоже безумен, что ли? А, это же отсылка. Да-да-да-да-да. Помню такое дело. Это еще в Скайриме было. Ой, в Скайриме, в Моруинде. Идешь-идешь себе по дороге, потом смотришь с неба, волшебник падает. И читаешь у него записку, типа, я придумал заклинание прыжков там. Прикольно. Дневник безумца. Они говорят, это невозможно. Они, но не я. Я знаю, книга знает. Она знает все. И я знаю все. Все, что мне нужно знать. Летать. Они смеялись, другие боялись. Даже не пытайся, говорили они. Они говорили, что это невозможно. Они, но не я. Книга полна знаний. Книга наполняет меня. Знанием. Тайным, секретным знанием. Моим знанием. Мне нужно спрятать знания. Спрятать подальше, поглубже. Я съем книгу. Страничку за страничкой. Медленно. Медленно. Я стану единым целым сознанием, что хранится на этих страницах. Внутри этих страниц. Внутри меня. Знание о том, как летать. Они говорят, что это невозможно. Ха. Ну, молодец. Посох ярости. Ну, бесполезен для нас. Короче говоря, товарищ улетел. Ладно. Ушел. Это было прикольно. Так, давайте на самом деле уже уровень поднимем. Так, выберите повышаемую характеристику. Давайте здоровье до 300. Так, ну и кузнечные до соточки. Блокирование, двуручное оружие, одноручное до соточки, легкая броня, скрытность. Взлом. Заметно взламывают замки. Вот неплохо, кстати говоря. Ну и вот этот крайне хорошо. На следующем уровне, когда это там у нас будет, я не знаю, но на следующем уровне сделаем вот это вот. Незаметно взламывать это полезно. Куда иду, вообще не пойму. Так, ну, кстати говоря, почти пришли уже. Остров все-таки не такой большой. Мы за серию проделали вот такой вот путь. При том, что еще даже до половины серии не дошла. Так. Но в итоге пришли куда хотели. Видели, они его специально поставили так на пути, чтобы мы нашли этого человека. Это своеобразная пасхалка такая. Охотник. Так, нам следует сохраниться. Потому что есть подозрение, что это не охотники, а мародеры. Понаблюдаем маленько за ними. Подождем, пока заговорят. Да вроде не похоже, да, на бандитов. Ребята, я понял. Оставлю вас с вашим ужином. До свидания. Они явно недовольны были тем, что я пришел сюда.
Так, это пепельница Цитадель. Такой немногословный товарищ. Увидел меня, достал ножик и смотрит. О, кролик, смотри. Сейчас у нас будет обед. Блин, или не будет? Ну. На, не будет. Стрелок что-то из меня не особо. Смотрели на что. Так, вот и наша цитадель. Тут нас должны ждать, и тут мы пойдем на штурм. Ну, они пойдут на штурм, а я стандартно буду убивать с умом, не торопясь. Нам, я так понимаю, нужно было дойти... так, давайте вообще включим. Подается холодным. Нам нужно подойти к точке встречи, а потом уже выдвигаться сюда. Я поспешил. Ну, раз уж ты тут... Я думаю, сейчас ты у меня что-нибудь поймаешь в голову. Блин. Отлично. Короче говоря, я... Блин, это... Это меня сейчас и подведет. Опять день наступил, и я опять без сил. То есть не забывайте, да, что днем мне, как вампиру, довольно нехорошо. У меня выносливость не восстанавливается, поэтому я не могу сейчас бегать, не могу больно хорошо стрелять. Это печально. Поэтому давайте мы посмотрим, есть ли у нас зелье восстановления сил. Скажем, вот так вот. И постараемся экономить это дело. Сейчас пусть наши напарники пробиваются ко входу, а потом уже, когда попадем внутрь, там уже мы будем в темноте, в родной среде, там уже мы сможем навоевать. Так, подожди, куда я иду? Вот этот кто? Наш? Вроде как, давайте сохранимся. Я чувствую, сейчас будет довольно серьезная заваруха. Так, убить заговорщиков. Стражники, вперед, я за вами. Мне не настолько много платят. Так, а ты враг? Нет. Это ассасин, это же не наш. Блин, я что-то туплю. Все, хорошо. Вот стражники, которые должны были мне помочь. А это отнюдь не помощник нашел. И сейчас нам нужно от него избавиться. Блин, это просто капец какой-то. Хорошо, будем действовать по старинке. Так, возьмем битву Мирунеса. Клинок горя. Да никого тут нет. Это же надо, упор прошел. Такое ощущение, что их кто-то предупредил. Так, аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Ну, серьезный товарищ. Да япона мать. Ладно, открытый бой, так открытый бой. Заколебали уже. Что-то у меня сегодня ничего не получается. Че, нормалек? Да. И скрытность в том числе. Ну, по крайней мере, вы просто до ужаса легкие. Если бы тут было что-то более серьезное, то я думаю, я бы сейчас огребать начал с таким подходом. Сегодня какой-то рассеянный. Что-то у меня
Все довольно странно получилось. Я, кстати, туда хочу сходить, что это за крип там такой огромный. Ну ладно, сейчас мы попадем внутрь. Вот, посмотри, что у них тут. И там уже будет поспокойнее. Блин, офигеть, у меня это вообще капец. Сначала я стрелой не попал. Пролетела в миллиметре над головой. Потом я не заметил ассасина. Потом я не смог скрытно убить ассасина. И второй, когда пошел, я не смог скрытно убить его. Да, прекрасно. Сейчас они мне за это ответят. Такое ощущение, что здесь какие-то сектанты. Потому что идут черепа, жертвоприношения какие-то. К чему это вообще? Кто-то есть поблизости. Тут смотрите, сколько костей. Хорошо. Возможно, тут спуск. Ну да. Мне случаем клинок горя зарядить не нужно. Да, нужно. Так, отлично. Пока что довольно тихо. Здесь пустота, три отмычки, круто. Это смотри, какой я внимательный сегодня, опять не заметил. Да. Хорошо. Заметил в итоге. Так, ну что-то, судя по тому, насколько быстро они мрут, это далеко там не какой-нибудь 30 уровень. У меня опять не получится, наверное, обольщение, потому что я так и не спал. Да. Ну, кровь попить, видимо, придется потом. Хотя они вот идеальная кандидатура, но я же не буду тут спать на задании. Пристроился так в уголке. Это, по-моему, будет странно. Серьезно у вас тут? Луком как-то не особо, а кинжалом вполне себе неплохо получается. Ну еще стрелы, конечно, железные. Окей. Нет, все-таки как-то кинжалом поэффективнее, конечно. Давайте стрелу получше поставим. Железными не очень хорошо получается. Доэдрическими постреляем. Потом еще надо будет купить. Как убивать прежде, чем убьют вас? Круто. Ставим на паузе. Сейчас явно не время, чтобы отвлекаться на это. О, отлично. Вообще, это дополнение меня радует наличием сладких рулетов практически в каждом помещении. Как бы я ни зажрался. Так, все. Шлемаки, конечно, выглядят, на мой взгляд, довольно уродливо и крайне странно. Я не знаю. Одевать это чисто потому, что это новое, я не буду. Хотя кто-то кому-то нравится. Так, парочку оставим на потом, потому что мы недавно ели. Двемерский кинжал откачки. Урон 17. Возьмем. Так, а что у вас в сейфе может быть?
Как-то вот так вот. Блин. Нет, чуть в эту сторону. Хорошо. Здесь у нас золото. Золото вообще дают, кстати говоря. Не скупятся. Я как приехал сюда, уже, наверное, 1010 заработал. На ровном месте. Кто-то... Так, один. Это хорошо. Нормально. Так, камешки душ. Это пустой, по-моему. Это возьмем. Запас сил тоже возьмем, потому что нам оно пригождается. Хорошо, пока что все нормально идет так. Без особых сложностей. Кто там сморкается? Насморк. Ну, в таких подземельях, я думаю, его очень легко заработать. Так, товарищ сидит на посту. Попробуем сначала зайти сюда направо. Что у нас тут может быть? Ловушки кругом. Спокойно. Я, конечно, все равно не могу их зацепить. Потому что годы тренировок. Давайте теперь эти ловушки мы поставим уже на врага. У меня слишком легкая поступь. Так, тихо. Спокойно, ребята. Пардон. Но ребята вообще никакие. Я думаю, я с ними разберусь, даже в открытый бой ни разу не вступаю. Ищут, называется. Так, давай, давай, давай. Далеко не уйдешь. Отходим. Пока что вполне себе. Так, твой друг для спарринга погиб, я смотрю. Тихонько. Давайте мы грохнем этого, а потом поспарингуем с тобой, посмотрим, кто кого. Ты, Лиза Северин, была недооценена мною. Надо валить. Япона, мать. Вот это контраст. Так, лады. Пусть того, что было с этими стражниками, драться с ней, это было довольно неожиданно. Так, сохранимся, потому что я думал, все будет очень просто. Казалось, нет. Сначала тогда... Значит, сейчас мы сначала убьем стражника. Отступим. А потом уже займемся ей. Насмерть, братень. Оп. Девушка даже не заметила. Так, ну. Познакомимся. Нормально. Он ее жестко рубает. Но я думаю, она его победит все-таки. Если мы не поможем. Да уже. Уже, дорогая.
Это, кстати, дочь главы дома. Поэтому, я думаю, ярость его будет просто испепеляющей, когда мы его сейчас встретим. Так, печеная картошка. Медом запьем, елем запьем. Кольцо пополнения нам не нужно. Эбонитовый кинжал. Красиво, конечно, выглядит, но не в моем вкусе. Так. Скушаем яблоко, выпьем меда, картошку съедим. Стручок душ как-то не особо охота. Ну и где-то здесь она должна открываться, я так понимаю. Поищем цепь. Или вот она. Два члена семьи осталось, да? Потому что два маркера. Ловушка очередная. Аж две штуки. Довольно опасно, кстати говоря. Если на нее наступит какой-нибудь амбал. Просто снесет. Насадит на шипы. Что-то я сделал, интересно. Но, судя по всему, все верно. Так, окей. Кстати говоря, мне даже на руку, что сейчас тут будет решетка. Почему бы мне не попробовать их убить с лука? Но вообще я что-то делаю не так. Так, ну-кася, ну-кася. Крутая стрела. Пошло. А теперь попробуй меня достать. Выходи. Пошло. Хорошо. Так, ну что ты будешь делать? Не знаю, но неужели разработчики не предусмотрели, что здесь у кого-то будет лук? Пленных не берем, извини. Был заказ, мы его выполним. Подлечился, что ли? Так, подвинься. Не уйдет. Все, готов. Так, теперь передохнем, откроем дверь и дочистим. Нам это, конечно, не обязательно нужно, но я думаю, на них может быть что-то интересное. То есть обычная жажда наживы. Так, уходим из их поля зрения. Вот, собственно, наш рычажок. Что он делает? Ага, понятно. Он открывает одну из дверей. Так, ну народ успокоился. Ассасины там. Я знаю, ты, думаю, сбежал. Конечно, сбежал. Как же иначе? Так, открываем. Где-то у нас здесь должна быть еще одна внимательность. В этой серии внимательность просто... О, вот 9000. Так, теперь сохранимся. Достанем кинжальчики, потому что тут они педалят. И идем зачищать. Товарищи подуспокоились. Думали, я ушел. Не тут-то было. Даже не заметил. Настолько погрузился в свои мысли.
Так, и все, тишина, да? С них хоть стрел нормальных получить можно. Так, двумерские, орочьи, железные. Давайте мы воспользуемся орочьями. Потому что, насколько я помню, они крайне неплохие. Да, урон 12. Так, что у вас тут есть хорошего? В принципе, на сегодня это уже все. Сделали все, что хотели в этой серии. Теперь давайте осмотрим убитых нами членов клана. Ну, вот это мы съедим сразу. Ключ от поместья, ключ от сундука, отмычка. Неплохо. Откуда здесь так много трупов? Объясните, пожалуйста. Так, и где второй? Я, конечно, ничего не хочу сказать, но, по-моему, он же где-то здесь был. Сейчас его не вижу. Он, невозможно, вниз скатился. Приятное место такое, да? Они тут пытали людей, понятно. То есть за что боролись? А вот и ты. На то и напоролись. Они... Тихо, тихо. Так, надо уходить. Что-то мне не нравится, какие-то скелеты шевелятся. Хорошо, пришлось справляться в одиночку, но, в принципе, вполне себе нормально. Давайте сдадим этот квест, будем на сегодня завершать уже, наверное. Итак, у нас серия излишне долгая получилась. Давненько я не бегал в волю. Ну ничего, прикольно так. Окей, да, я знаю, что меня жарит солнце, но пока что ничего с этим поделать не могу. Видимо, сейчас, в начале следующей серии, надо будет остаться в городе и покормиться с кого-нибудь уже. Дождаться ночи, скорее всего, даже. Потому что, блин, ну невозможно. Очень плохо персонажа уже несколько серий, причем подряд. В принципе, задание было не то чтобы сложное, просто как-то я сегодня не собранно играл, поэтому ну, сложностей особых не было, просто как-то нескладно все было. А в остальном достаточно крутое, но не могу сказать, что самое крутое в этом дополнении, но вполне интересно для разнообразия. Я обычно, конечно, не встреваю там всякие разборки двух политических сил, но за такие бабки почему бы и нет. Так, не уходи далеко. What happened? Were you able to track down Vendel? Out with it. Он больше не представляет угрозы. Then it's finally over. What of the Redoran guard? I sent to assist you. Они были убиты Морок Тонг. Морок Тонг, кстати говоря, это практически темное братство. Это от них ответвилось в итоге темное братство. Damn it. I was hoping to protect our people by sending them, not end up with casualties. To think that Vendel would stoop so low as to hire those fetchers. I'm glad you killed him. Готово. Wonderful. Simply wonderful. Counselor Morvain will be quite pleased when he hears about this. Так, хорошо, все. Follow me, and I'll take you to the counselor so you can speak to him yourself. Ну давай. Я надеюсь, награда будет стоящей, потому что мне пришлось только что вырезать целую семью. Этот товарищ опасный такой, да? Неплохо так мы с ним в свое время против пепельных отродий. Не знаю, но мне бы пригодился напарник. Да ничем. Но какой-то такой больше. Ладно, давай уже докладывайся.
более скрытный. Excuse me, Councillor Morvane. I have some wonderful news. Adriel, I haven't seen a smile on your face like that in a long time. This visitor has single-handedly dealt with a threat that could have ended your life. Vendel, Telesiu, and Miri Severin weren't who they appeared to be. I'm afraid they were here to avenge Villa Ulan's death. Vendel? But he's done so much for Raven Rock. How could this be possible? They did it to gain our confidence, Counselor. They had us all fooled. I should have been more vigilant. I'm sorry. Don't say that. It's not your fault, old friend. And you... step forward. What you've done for me, for all of Raven Rock, goes far beyond what I would have expected from a traveler to our town. For this, you have my deepest gratitude. Благодарю, советник. Now, I'm certain Adriel was prepared to reward you appropriately for everything you've done. However, since a bit of coin hardly seems like enough, I've decided to provide something more substantial. Да? Since the Severin family, or whoever they were, turned out to be criminals, their property is now forfeit. As counselor, I hereby award you Severin Manor and everything contained within. You've earned your citizenship here, and I hope you'll consider staying with us as a member of our community. Простите, но мой дом в Вайтране. Но, как бы там ни было, домик мне не помешает. Хорошо, ну что, давайте на этом заканчивать. Выполнили мы этот довольно несложный, но продолжительный квест. А в следующей серии пойдем опять... Ну, то есть, насколько я понимаю, в Raven Rock все закончено, и можно уже отправляться к Мируку. Но первым делом, я думаю, в следующей серии мы завтра выступим и пойдем к тому огромному грибу. Мне охота посмотреть, что там. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.